Сегодня я буду рисовать машинку Молния Маквин. Сначала мы ее нарисуем поэтапно. Так что, ну что, начнем? Начнем рисовать стекло. Здесь вот рисуем. Здесь линия такая будет. И глаза рисуем. Второй глаз рисуем. Исходя из размера стекла, переходим к рисованию кузова. Линии должны быть плавными, а круглыми. Здесь вот рисуем крышу такую. Здесь у нас колеса будут. Здесь второе колесо. Далее кузов рисуем. Такой вот у нас кузов получается. Здесь колеса. Такой уже становится похож чуть-чуть. Переходим теперь к детализации кузова. Рисуем боковые окна. Здесь вот. Тут у нас будет одно окно. Так вот оно идет. И вот здесь будет второе окно. Раскосы фары. Вот здесь вот. Сейчас только пометим кузов сначала. У нас вот так идет. Закругляем. Здесь будут фары. Одна фара. И здесь будет вторая фара. Добродушную улыбку рисуем. Такую линию. И отсюда рисуем улыбку. Вот до сюда. И... так вот. Такая у нас улыбка получается. Так вот. Далее, что мы еще рисуем? Вот рисуем такой круг сзади машины. Вот. Далее нужно нарисовать характерный для Маквина рисунок на
боках авто глушители по бокам и колесам. Так, начнем сначала рисовать вот здесь вот колесо. Рисуя такое вот колесо вот здесь. Одно колесо. Далее. Теперь рисуем вот здесь вот такую вот стрелу. И рисуем еще одно колесо. У нас уже становится похоже на колесо. Далее вот здесь рисуем. Такое у нас колесо получилось. Здесь рисуем тоже еще колесо, которое мы нарисовали. А здесь сразу рисуем глушители. Один глушитель. Такой вот. И второй глушитель. Глушители мы нарисовали. Далее дорисовываем колесо. Здесь вот мы рисуем вот отсюда вот такую вот линию рисунок. Вот так он идет. Далее вот здесь вот прорисовываем рисунок. И здесь мы пишем цифру 95. Это номер Маквина. И рядом пятерку. Так вот у нас получается такая вот машинка, молния Маквин. Ребята, вот такая вот у нас машинка молния Маквин получилась. Теперь мы его делаем, чтобы он более яркий был. У меня вот такой есть карандашик, он тоненький. Вот такой. Он делает более такие яркие и тонкие линии. И обводим его. Делаем его более ярче. Я уже нарисовала машинку молния Маквин. Я ее обвела, чтобы она была ярче. Вот такая вот машинка получилась. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В следующем видео я буду эту машинку раскрашивать.
раз украшивать. И пишите комментарии.